Министр в стране гномов. Надо закупать гумус, подумал министр, но решил сперва посоветоваться с народом. Обманул свою охрану и выбрался самостоятельно на улицу. Пролетала тучка, и министр спрятался под дерево. Там он увидел окурок и поднял. Хорошо живут, окурки выбрасывают. Поглядев по сторонам, он нашел еще несколько окурков и собрал все в карман. Один еще дымился, министр сунул его в рот, затянулся и попал в страну гномов.